Приветствую вас, друзья. Приветствую вас и недруги тоже. Чего там? Печальная новость сейчас прочитал. Министерство просвещения отредактировало методички для так называемых разговоров о важном школьных. И исключило из тем, из этих самых разговоров о важном, тему Донбасса и тему специальной военной операции. И якобы родители были недовольны. И, в общем, нечего. Что раньше как-то, в общем, особо не спрашивали, довольны родители или нет. Я не знаю, это что это, зрада или перемога, как это называется. То есть, вот, наверное, для многих это хорошая новость. Не знаю. Ну, опять же, в тысячный раз повторюсь, что ведь важно не что, а как. Может быть, это как-то просто делалось не очень изящно и не очень правильно. Поэтому было недовольство родителей. И мне кажется, что все-таки такого рода решение министерства, особенно такое, как Министерство образования, Министерство просвещения, вот это они должны обсуждать как-то в обществе. Там социально значимые персонажи могут высказываться по этому поводу. Нет, я ошибаюсь.